Президент Владимир Путин в завершении пресс-конференции рассказал о том, что все российские семьи с детьми до 7 лет получат новогоднюю выплату на каждого ребенка. Мы тоже сделаем нашим детям подарок, небольшой, скромный, но тем не менее всем семьям, где есть дети до 7 лет, всем выплатим по 5000 рублей. Как каждому ребенку. В семье, где есть дети от 0 до 7 лет включительно. По словам Владимира Путина, вопрос о выплате уже проработан в правительстве и администрации президента. Поводом к этому послужил массовый запрет праздничных мероприятий для детей, кроме утренников в детских садах и школах накануне Нового года.